Our next speaker has come all the way from Kazakhstan, Professor Dr. Artimov, who is the leading religiologist in Kazakhstan. He's referred to by UN, OSCE, and other international organizations for advice on religious affairs. In Soviet Union, he was in charge of the religious affairs of Kazakhstan under the central government of Soviet Union. Professor Artimov has been an old friend and a supporter of the Andhra Muslim community. He was also tutor of a PhD researcher on the Andhra movement in Islam. I'd like to welcome him to our Jalsa Salana and request him to come and say a few words. He will be addressing us in Russian. Ваше священство, уважаемые участники съезда, я испытываю чувство глубокой благодарности халифу пятому хазрату Мирзе Масруру Ахмаду, всему руководству общины за приглашение участвовать и возможность выступить на столь высоком форуме. Впервые я был приглашен на съезд общины Великобритании 15 лет назад. А исследовать учение мусульманской ахмадийской общины начал с момента, когда в Казахстане появились первые его адепты. Как ученого-религиоведа, занимающегося изучением разных религий уже 50 лет, меня привлек прежде всего девиз вашего движения – «Любовь ко всем, ненависть никому». Для реалий конца XX века это был не просто прорыв, а возрождение самых светлых и гуманистических начал в исламе, которые многими течениями еще и сегодня напрочь забыты, а то и цинично растоптаны. Ведь все мы являемся свидетелями крайней напряженности в мире, разгула экстремизма, запредельной веронетерпимости. И именно ахмадийское движение в исламе своей гуманистической деятельностью пытается восстановить все то светлое, что изначально несет в себе религия ислам. Вспомним хотя бы стихи великого поэта и мыслителя Востока, создателя поэтического дивана «Премудрость» Хикмет, Хаджи Ахмета Яссави, жившего в XII веке в городе Туркестане на территории нынешнего Казахстана, основавшего первый суфийский орден среди тюркских племен и ставшего первым поэтом, написавшим на древнетюркском языке того времени. Он писал: «Пророка есть такое завещание, нечаянно столкнувшись с иноверцем, зла не чини ему, людей жестоким сердцем не любит Бог». У мусульман Ахмади сердца действительно открыты к добру. В этом я смог убедиться и в Алма-Аты, посещая общину, и в Англии, и в Рабве, а также встречаясь с последователями учения в разных городах Пакистана, Палестины и Израиля. В свой первый приезд в Лондон я познакомился с халифом IV, хазратом Мирзой Тахиром Ахмадом, пусть земля ему будет пухом. Это был выдающийся человек. Я счастлив, что лично с ним общался, слушал его беседы с казахской делегацией. Казахстанцы, независимо от своих религиозных убеждений, благодарны халифу IV за его удивительно проникновенные и трепетно возвышенные, и я бы даже сказал, пронзительное прочтение стихов великого казахского мыслителя Абая, чьи религиозные убеждения во многом перекликаются именно с мировоззрением мусульманской ахмадийской общины. А написать такое предисловие, которое он написал к сборнику стихов Абая, мог только человек, великолепно знающий мировую литературу, аналитик с планетарным мышлением. Халиф IV назвал Абая поэтом открытого пространства и духовным реформатором казахского народа. Я с душевным волнением вспоминаю свою поездку в Пакистан и хочу выразить вам, ваше святейшество,
сердечную благодарность за оказанный мне прием, возможность буквально в деталях познакомиться с деятельностью общины Пакистана. Ведь вы тогда были руководителем пакистанской общины. Я с большой теплотой вспоминаю нашу с вами встречу. Она оставила в моем сердце неизгладимый след. Все это дало мне огромный и научный, и творческий заряд. Я изучил буквально все издания движения на русском языке, написал несколько статей, включая большой раздел об Ахмадияте, в своей двухтомной монографии «Религиоведение», которая уже дважды издавалась на русском, 5 раз на казахском, а сейчас переводится на английский язык. Запомнились мне и все встречи в Рабве, Карачи, Исламабаде, Лахоре с замечательными людьми, которые искренне стремились дать как можно больше информации о своей вере. Ну а с особым душевным волнением вспоминаю незабываемую встречу с преподавателями и студентами университета Джамия Ахмадия в Рабве. Зал был переполнен, многие сидели на ступеньках в проходе. Мы договорились о 40-минутной встрече, а она продолжалась более 3 часов. А как был насыщен этот разговор? Мне много приходилось и приходится выступать, но такого интереса, пожалуй, я нигде никогда не видел. Я, например, радуюсь, что сегодня Ахмадийское движение быстро развивается и идет по всему миру. Более 20 лет назад появились последователи этого движения и в Казахстане. Но сегодня, к сожалению, у нас в этом отношении очень большие проблемы. Прошу простить, что мое выступление носит столь личный характер, но поверьте, меня переполняют эмоции. Спасибо всем от всего сердца. Желаю многие лета здоровья глубоко уважаемому хазрату Мирзе Масруру Ахмаду и процветание Ахмадийского движения под его мудрым руководством. Thank you very much.